помогают в спасении жизней. Саратовская общественная организация «Донор Волга» и областной центр крови стали лауреатами 9-й Всероссийской премии «Соучастие», церемония награждения которой состоялась на днях в Москве. Сразу три проекта саратовцев получили признание за успешные практики по развитию донорства. Подробности в репортаже нашего специального корреспондента Александра Лысухина. Доноры Поволжья, помощь рядом и путешествие с капелькой. Сразу два проекта саратовской общественной организации «Донор Волга» завоевали второе и третье места в этом федеральном конкурсе, в котором награды в различных номинациях получили 70 работ из 34 регионов страны. Мы с помощью фонда президентских грантов реализовали проект «Доноры Поволжья, помощь рядом», который предусматривает установку оборудования, это санитайзеры и вендинговые аппараты по выдаче масок и обеспечение доноров и средствами индивидуальной защиты. Всего за время проекта было обеспечено 15 тысяч донаций. То есть вот 15 тысяч человек приходило, сдавало кровь, и именно они получили маски и ДЭС-средства. Цель некоммерческой организации – именно содействие службе крови и развивать донорское движение на территории Саратовской области. А Саратовский центр крови стал призером в номинации «Добровольцы в донорстве» с проектом «Спасибо за помощь». Оказавшись в условиях пандемии, в ситуации острой нехватки доноров, медики обратились к студентам-волонтерам, которые всеми возможными способами пропаганды стали объяснять безопасность и необходимость сдачи крови именно в этот период. Помощь волонтеров была необходима для того, чтобы рассказать донорам, как важно приходить к нам и сдавать кровь, несмотря на все такие вот эпидемиологические ситуации. Больные нуждаются в компонентах крови, несмотря на пандемию, и лечение проводится каждый день. И волонтеры, которые приходили к нам, помогали, рассказывали донорам о необходимости приходить к нам и сдавать кровь. И то, что видят плоды нашей совместной работы, жюри конкурса, нас очень впечатляет. Участники конкурса надеются, что обмен региональными практиками поможет тиражировать лучшие наработки во всех подразделениях службы крови на территории всей страны. Александр Лысухин, Максим Глушков, Мирослав Орлов, «Вести Саратов».